Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. Новость о том, что Ферит арестован, производит эффект взорвавшейся бомбы. Назлы захочет быть рядом с ним в качестве его жены. И сколько бы она ни утверждала, что у них договорный брак, все же Назлы очень сильно переживает за Ферита. А Ферит тоже очень доволен тем, что Назлы находится рядом. Назлы и Ферит вдруг обнаружат, что они увлеклись этой игрой. Посмотреть 18-ю серию вы сможете турецкого сериала «Полнолуние» можно будет уже после 5 ноября.